Новым годом, дамы и господа! Да! Ну, мам, ну не надо меня фотографировать! В этом году многие получат немножечко угля от агента Сранты. Дамы и господа, я могу начать это видео прямо без слов, но вы все равно все поймете. Да, вы совершенно правы. Это Бабл Квас, это Фокс и новое новогоднее видео. До Нового года осталось вот буквально уже денечек полтора. И сегодня мы с вами в честь этого будем открывать кастомный ящик с новогодними мемами, которые собрали вы. Причем собрали вы эти новогодние мемы, даже не подозревая об этом. В течение всего месяца различные мемасики собирались, чтобы в итоге собраться в этот ролик. Так что за качество мемов я не отвечаю, я их еще не видел. Но я отвечаю за то, чтобы отреагировать на них и отсмотреть целую тонну рекламы. Которую я, кстати говоря, уже отсмотрел, у меня больше 2000 гемов. Я думаю, мы больше не будем затягивать и перейдем к первому кастомному ящику. Хотя нет, подождите. Прежде чем мы к нему перейдем, нам нужно кое-что обсудить. Обсудить тот факт, что у нас теперь есть два Бабл Кваса. Я не знаю, что происходит, но теперь есть Бабл Квас и Бабл Квас Ревижн. Причем в Бабл Квас Ревижн у нас как раз-таки новые мемы, которые были в последнем Бабл Квасе, вот так они выглядят. А в старом Бабл Квасе старые мемы. Тут даже написано, старый Бабл Квас вернулся. Я, если честно, в шоке, и мне кое-что интересно проверить. То есть, если я сейчас открою парочку классических ящиков, мне выпадет классический мем из доисторического Бабл Кваса, которого мы уже не видели миллион лет. Кстати говоря, что-то еще пообновляли они здесь. Монеты по-другому выглядят. Я уже что-то как-то гемасы сливаю, а где? Где мем? Это? Подождите-ка, мне реально интересно, вернулся ли старый Бабл Квас? Эй, а где мемасики? Где шанс? У меня сейчас инфаркт будет! Так, я ровно до 2000 гемов сейчас солью все. Еще пару ящиков я могу открыть, и если мне сейчас не выпадет мем, то я буду чертовски, мать его, разочарован. Май гад! Сразу Лего! Это значит, сразу нужно начинать этот ролик с лайка такого вкусного, новогоднего, атмосферного. Легендарный боец, и реально старый Бабл Квас вернулся. За это не то, что лайк, за это подписочку нужно оформлять и переходить к кастомному ящику. Ох, я в предвкушении каких-то на самом деле кринжовых мемов, но давайте понадеемся, что нам выпадет что-то хорошее. Я прям глаза закрою. И там Лего что ли? Нет! О! 2023 с новым счастьем. С Новым годом, дамы и господа. Это каждый из вас вот буквально через полтора денечка будет сидеть такой. Да! Неплохой год был. С Новым годом, что ли? Надеюсь, следующий будет другим. Хотя, знаете, похоже, в этом ящике будут интересные мемасики. Давайте сразу откроем следующий ящик. Я опять не хочу подглядывать. Вы первый увидите мем. Так, как вы думаете, там повторка? Вы ж не думаете, вы видите. Что с этой звездой? О, боже мой, кто добавил это сюда? У меня есть вопросы к некоторым личностям. Почему на елке кто-то орёт? Боже, это вот самый странный мем, который я сегодня ожидал увидеть. Я на самом-то деле думал, что они туда вставят, знаете, что-то постироничное по типу, не знаю, новогодних открыток от бабушки. Или у меня еще была версия, что туда вставят мемы из 2012-го, знаете, какой-нибудь троллфейс в новогодней шапочке. Но нет, тут что-то очень сюрреалистичное происходит. Хотя первый мем мне понравился, и, конечно, повторки начались. Нет, повторки меня не интересуют. Меня интересуют мемы! Со мной! Эпический новогодний Фокс! О, боже мой! Я помню, как я записывал этот видосик. Это как раз-таки новогодний видосик с прошлого года. И мне даже что-то как-то немножко грустно, что в этом году все не так атмосферно. Вот даже украсить ничего не получилось. Я еле капусту нашел. Квас вообще обнаружить не смог. Это какой-то кошмар. Это самый странный Новый год за всю мою жизнь. Вот серьезно. И вот это существо в новогодней шапке знает, что ты... Ну, точнее, нет. Вот ты это поставил.
поставил, но вот он новогодний лайк еще не поставил, а стоило бы его туда влепить. Прекрасный новогодний эпический мимас. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Так, это опять я, опять эпик. Нет, мне интересно, что здесь будет за лего. Хотя одну лего мы уже видели, вот она лего, я прям как знал, потому что футболка желтая, лего желтая, все идеально. Как только захотел лего, получил лего, вот как и заказывал. Надеюсь, это не мой новогодний подарок, я бы что-нибудь поадекватнее заказал. Ну, мам, ну, не надо меня фотографировать, ну, мам, это я в 7 лет на Новый год, вот чисто у каждого, мне кажется, из вас есть такая фоточка, где вы маленький, где вам лет 5, 6, 7, и вы такой в новогодней шапке сидите, такой, ну, мам, не надо, я просто хочу в машинку поиграть, мне Дед Мороз машинку подарил, хочу в машинку поиграть, хватит меня фотографировать. Ну, вот прям один в один, вы посмотрите на лицо этого котика. И мы уже получили лего из этого ящика. Как быстро! Я думаю, этот ящик пролетит очень незаметно, в отличие от этого года. Этот год летел очень долго и очень заметно. Но пока что мне везет на мемы, я даже отмечу это я. Что мне еще выпадет? Ага, опять я. Блин, на самом деле, когда я выпадаю, у меня ощущение, будто там сейчас Рикардо Милос вот этого мема вылезет. Но нет, это я. Окей, давайте-ка еще один ящик откроем. И и это эпическая новогодняя ночь. Лайк, если же за... Как-то много байтов на лайки, ребята, вы вставили. Какой-то перебор, если честно. В каждом втором меме байт на лайки. Давайте-ка мы устроим небольшой интерактив в комментариях, и вы придумаете свою подпись к этому мему, потому что эта подпись мне не нравится. Хотя, если же за, вы, конечно, лайк поставьте. Ну, потому что, ну вот, я думаю, у каждого из вас был такой Новый год, когда вы просто покушали оливьешку, забрали подарочек, пришли за компьютер, налили себе там какао, колу, сок, что угодно, и просто играли, или смотрели мимасики, или созванивались с друзьями, обсуждали, что вам там подарили. Вот хотя бы один такой Новый год, мне кажется, был у каждого. По крайней мере, у меня он был даже не один и не два раза, когда я собирался, просто у меня были различные шоколадки, чипсики, подарки. И я сидел и в новогоднюю ночь играл. И на самом деле происходит это не так грустно, как звучит. В общем, вот этот мимас мне понравился, он такой очень ламповый, очень атмосферный. Нам осталось выбить из этого ящика 6 мемов. Интересно, будет ли нам продолжать вести? Будет! Я сначала подумал, что это какой-то посох. А это что вообще такое? Ёлк.зип. Описание.txt. Что это за елка такая? Это когда у тебя вот совсем денег на елку не хватило. Знаете, я кое-что понял. Я понял, что я мог все-таки вот где-то здесь соорудить елку. Хотя бы такую. Вот просто у меня здесь, во-первых, места нет. Во-вторых, ресурсов нет, чтобы соорудить елку. Ну, можно было хоть что-то соорудить. Вот люди постарались и хоть какую-то елку для новогоднего настроения соорудили. Также нужно было взять, я не знаю, фольгу какую-нибудь или бумагу, покрасить ее в красный цвет гуашью и сделать себе новогоднюю шапку. Чё я не додумался, или сам бы пошел сшил, или не знаю, устроил королевскую битву с Дед Морозами на улице и вот в качестве легендарного лута получил новогоднюю шапку и вот такую вот елку. Просто потрясающе. Это не обычный мем, это эпичный мем, я считаю. Потрясающе. Вот у кого-то реально дома стоит такая елка. Это просто невероятно. Едем дальше. Мне интересно, сколько у меня там гемов осталось. Вроде мемы падают только так. О! А, вот и постмодернистские мемы пошли. Хочу оливье. Ну, мам, на одну ложечку. Это вот, знаете, тот самый момент, когда до Нового года осталось 3-4 часа. Мама там уже салатики фигачит, все в движе каком-то. И ты заходишь голодный, ты понимаешь, что ты покушаешь только через 2-3 часа. А ты весь вечер ничего не жрал, и ты видишь, что мама там замешивает оливьешечку. И ты так подкрадываешься и такой... Ну, мам, ну хоть что, оливье, ну, одну ложечку, ну, мам, ну, чё ты, ну, да. И, кстати говоря, чаще всего это одна ложечка тебе достается. Боже, какой странный мем. Вот серьезно, если надпись убрать, это же совсем сюрреализм получится. Но это эпический мем! Еще один. Мне вроде остался только один эпик из этого ящика. Это невероятно. 4 мема осталось. Мне кажется, мы сейчас еще один новый мем получим. Этот ролик пролетит незаметно. Нет, это лего. Вторая лего. Нет. Лучше дайте мне последнего эпика или что-то, что я не видел. Нет, вот этот мем я бы вообще вырезал. Это не нужно было добавлять в этот ящик. Это что-то совсем странное. О!
вот из-за того, что много квадратных мемов, у меня ощущение, что что-то новенькое падает. А новенькое это не падает, и у меня ощущение, что я как-то уже много гемов потратил. Давайте-ка мы выйдем и посмотрим. А, нет, серьезно, всего 500, по ощущениям уже 800. Так, ну в таком случае начинаем листать, начинаем открывать. Быстро, вообще не будем останавливаться. О-о-о-о! Новогодняя открытка. Я так и знал, что ее сюда добавят. Любимый праздник Новый год, бы свет, блядь, дом наполнен. Я вот даже не могу прочитать. Это вот весь WhatsApp ваш будет забит 1 января вот такими вот картинками. И вот тебя тоже с Новым годом, бабуль, вы отвечать будете на эти картинки. Я вот даже не знаю, как мне на это реагировать, но тут, кстати говоря, есть отдельный ящик с открытками. Где они, открытки? А, вот они, открытки. Давайте мы пару этих ящиков откроем по приколу. О! Замечательной среды! Эпический мем нам сразу выпал. Вот здесь нужно зачеркнуть среды и вставить Нового года! Замечательного Нового года! Там даже такие цветочки белые, в принципе, выглядело бы адекватно. Ну что ж, мы, в принципе, уже на финишной прямой. Осталось достать оттуда всего-навсего 3 мема. И это будет, на самом деле, тот еще челлендж, если мне сейчас сразу не выпадет какой-то новый мем. О боже, Санта, что с тобой стало? Что-то Дед Мороз в этом году уже совсем не тот. Плохо вел себя в этом году. Агент Сранта уже выехал, чтобы, так сказать, раздать каждому из вас угля. Вот почему нельзя вести себя плохо. В этом году многие получат немножечко угля от агента Сранты, я так думаю. И вот дам вам такой искренний совет. В следующем году будьте хорошими ребятами. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Причем не надо только на мои ролики лайки ставить. Если вы смотрите кого-то на ютубе, каких-то интересных ребят, особенно начинающих, поддерживайте их, ставьте им лайки, пишите им приятные комментарии. Вот эта вот поддержка в этом году была экстремально важна. Она была как топливо, потому что тебя больше ничего не мотивирует, кроме самой аудитории. Ну а если вы не будете ставить лайки и подписываться, агент Сранта за вами выйдет в следующем году. Тут как бы факт. Я, кажется, обсчитался. Нам остался последний мем отсюда. Мы выбили 9 мемов, если я правильно помню. В таком случае, давайте-ка мы немного отвлечемся и вспомним былое. Вот представьте себе, ровно год назад, плюс-минус 2 дня, и насколько я помню, я выпускал видео по бабл-квасу как раз 1 или 2 января, может 3 января. И вот ровно год назад вышло самое первое видео по бабл-квасу. Тогда здесь не было практически всех этих ящиков, были вот только классические ящики. Я их вот так сидел в том январе, абсолютно заспанный, открывал, кринжевал с вот этого мема. И вот давайте еще немного мемов достанем. Это, знаете, мы сначала встречаем Новый год, а потом по классике провожаем старый, хотя вроде это наоборот работает. Ну да ладно, мы сначала встречаем Новый год, потом провожаем старый. Давайте мы немножечко проводим старый год, и мне вот реально мемы теперь перестали падать, как в старые добрые времена. Что с шансами, ребята? Что за говно? Мне сейчас придется потратить больше гемов на этот гребаный классический ящик, нежели на выбивание последнего мема из новогоднего ящика. Что это такое-то? Это не серьезно, блин? Камон! Эй! Это уже не смешно. Это уже не смешно. Я уже гемов 200 или 300 потратил. Ладно, второй классический ящик. Ну не, ну не может такого быть! Да. Насыщаюсь доисторическими мемами, набираюсь сил, надо еще капусты похавать. Вот сколько мне еще придется открыть первых классических ящиков, чтобы достать мем? Давайте посмотрим. Да ладно. О-о-о! Вот серьезно, из всех мемов, которые есть в этом ящике, мне выпало именно это. Ну... Ладно, давайте мы вернемся к кастом ящику. Мне оттуда еще нужно последний мимас достать. Да, все уже лайк поставили. Давайте-ка вы мне за это дадите последний мем. Вот он. Что-то нам сегодня прям очень повезло. И мы из кастомного ящика сразу выбили все мемы. У меня на это ушло буквально 5-10 минут. И это у нас сеньор Мандарин. Просто не думай. Просто ешь сеньоро Мандарино. На самом деле там как будто не сеньор, а бабуля какая-то превратилась в мандарин. На самом деле, чем дольше смотришь в эту бабулю мандариновую, тем дольше она смотрит в тебя.
Да, как-то необычайно быстро улетели все мемы из кастомного ящика. Давайте мы перепроверим. Так, да, кажется, все мемы я отсюда выбил. Просто замечательно. Давайте тогда мы еще немного помучаем классический ящик. Вспомним, так сказать, мемы 2022 года, который уйдет и больше никогда не вернется. В этом году был очень популярен шлепа, конечно. Хорошие пельмени, это очень вкусно. Я соскучился по пельменям, вы не представляете как. Так, еще мемасики. Вот я бы никогда не подумал, что буду скучать по гребаным пельменям и квасу. Это вот самое странное ощущение в моей жизни. Почему вот здесь нигде нельзя достать квас и пельмени? Так, 5 мемов мне осталось достать. У меня есть 700 гемов. Хватит ли мне 700 гемов для выбивания 5 мемов? Хороший вопрос. И что-то как будто бы не хватит. Да ладно, что, реально не хватит? Рудольфи, вот как я не понимал этот мем год назад, так я его сейчас и не понимаю, поэтому я просто достану отсюда ворона. Курлык, курлык, эпический мем. Вот уровень кринжа за год не снизился. Вот если мы откроем один из последних ящиков, а давайте мы, кстати говоря, сравним. Вот сейчас я выбью отсюда еще один мем, и мы сравним уровень кринжовости мемов начала 2022 и конца 2022 года. Эй, что, серьезно, ничего не выпадет? У меня гемов не то чтобы очень много, последний ящик открываю, надеемся, что-то выпадет, ничего не падает. В таком случае переходим к цайбер-ящику. Я забыл, что я все мемы из него выбил. Ладно, мистикал ящик, это тоже один из последних ящиков. И, блин, они как будто шансы порезали. Они вернули, так сказать, старые шансы из старого бабл-кваса. Все же хотели вернуть старый бабл-квас, в котором вам выпадает один мем в час. Вот они его и вернули. Вот мне на 400 гемов выпал только один мем. Рано или поздно каждому поступит звонок, которому придется ответить по-любому. В этот день функция обмена вызова не будет. Мистический звонок от мистического древа. Кстати говоря, у меня вот буквально на днях выходил ролик, посвященный мистическому древу, а точнее тем, кем я являлся из мистических деревьев. Если кто не видел, обязательно зацените, это очень мемно. И нет, на самом деле этот мем был прикольный. Теперь вернемся обратно к этому ящику. Дай бог мне с него что-то выпадет на оставшиеся емы, потому что если не выпадет, я буду, мать его, зол. Я буду чертовски зол. Так. Я уже начинаю полыхать, вы вот не видите, но жопа у меня горит. 100 гемов осталось. Ой, вот это вот я вот как в начале года показать не мог, так и сейчас не могу. Эпическое говно нам выпало. Не, мемы улучшились за год. Мемы определенно за год улучшились. Но я продолжу мучить этот ящик. У меня вот на все гемы я его замучаю. У меня там на самом деле еще целая куча монет, но я не хочу их менять. Я хочу открывать. Да! 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 Все! Это второй лучший подарок на Новый год после вашего лайка и подписки. Это же пневматический сварочный станок для плитки Мальвина номер 314. Что тут еще можно сказать? Ведь это пневматический сварочный станок для плитки Мальвина номер 314. Да, вот по ней-то я и скучал. Боже мой, как мы давно с тобой не виделись. Целый, мать его, год. И все, у меня остался последний ящик. Я его открываю, и в нем я вижу на самом-то деле конец этого ролика, конец этого года. Завтра вас будет ждать самое последнее видео в этом году, так что перепроверьте свои колокольчики, завтра будет эпичный ролик. Этот год мы завершаем максимально эпично новогодними роликами. Если я вам поднял новогоднее настроение хотя бы на процентик, ставьте лайк, если до сих пор не поставили. Не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео, и увидимся!